Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 31 мая. Память святого отца нашего Стефана, архиепископа Цареградского. Празднуется всего месяца, 17-й день. Дополнение. Преподобный Стефан был сыном знаменитого греческого императора Василия Македонянина. Будучи еще в молодых годах, он по избранию церковного собора и всего духовенства, больше же всего по воле Божией, был поставлен патриархом Цареграда. Приняв на себя все заботы о церквах Божьих, святой Стефан бдительно стоял на страже их, и как истинный пастырь, а не наемник, не только питал овец своих духовно, но и избавлял от власти сильных людей, тех бедных, сирот и вдов, которые подвергались от них обидам. Своим воздержанием он до истощения довел тело свое. Проведший жизнь в таких богоугодных подвигах и наставив в благочестивой жизни овец Христовых, он, как благоуханный цветок, отошел ко Господу. Скончался 17 мая 893 года. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.